8 сентября в мире отмечается Международный день грамотности. Праздник учредила Всемирная организация ЮНЕСКО. Главная цель Международного дня – объединить и активизировать усилия общественности в распространении грамотности. Международный день грамотности был учрежден организацией ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования. Главная цель – активизировать усилия общества по распространению грамотности. Каждый год в рамках этого праздника определяется тема. Ранее были такие темы, как грамотность и здоровье, значение грамотности для женщин, грамотность и мир. И вот в этом году, в 2015 году, сегодня состоится симпозиум в штаб-квартире ЮНЕСКО по теме «Грамотность и устойчивое общество». Несмотря на заметные успехи многих стран, более 800 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей в разных странах не ходят в школу. В России общая численность учащихся в 2015-16 учебном году составила более 14 миллионов человек. Чем больше внимания государства к образованию, тем выше грамотность. И сегодня среди современных школьников есть очень много грамотных, интересных молодых людей, которые являются и грамотными вполне, а кто-то даже и абсолютно грамотен. Алина Рочева, по словам Ольги Алексеевны, как раз относится к их числу. За плечами ученицы 8 класса победы в региональных и всероссийских олимпиадах по русскому языку. Моя мама всегда говорила мне, что я пишу хорошо из-за музыкального слуха. Ну, говорят, что дети с музыкальным слухом вроде чувствуют грамматику языка, правильное написание. Возможно, это действительно связано. Я считаю, что важно быть грамотным, чтобы не терять вот это свой родной язык. По словам окружных учителей, чтобы хорошо знать русский язык, нужно увеличить объем преподавания. Сегодня также поступил звонок из пресс-центра доверенных лиц президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Задали вопрос, каково отношение вот к уровню грамотности современных школьников и что сегодня, на наш взгляд, не хватает учителям и ученикам. Количество часов, выделенных на изучение русского языка в старших классах, на любом уровне, профильном уровне, физико-математическом, естественно-научном или другом любом, должно быть не менее 2-3 часов. Русский язык считается самым трудным в плане изучения после китайского. И произношение, и диалекты, и обилие уменьшительно-ласкательных слов, синонимов, анонимов и, наконец, грамматика. Все дается большинству иностранцев, изучающих великих и могучих, с большим трудом. Наверное, самое известное высказывание «В одни сомнений», «В одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины». «Ты один мне поддержка и опора». О великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. В Международный день грамотности во многих школах провели тестирование, чтобы ученики смогли сами оценить свой уровень знаний и сделать выводы. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».